Ну вот этот 12 вольт и 5 ампер, этот 24 вольта и 5 ампер. Как тут из него могли выжать в два раза большую мощность при таких самых размерах, я не знаю. Я посмотрел конденсатор, вот тут стоит 450 вольт и 100 микрофарада, там 400 вольт и 68 микрофарад, там вот так припаяем, а тут он вот так загнутый, потому что он бы не влез, он слишком высокий. То есть тут конденсатор поемче, поэтому как бы выше будет эффективность. А так все там почти все одинаково. Там микросхема вроде бы другая. Там вроде бы как-то посложнее. Вроде больше деталей. Может, мне это так кажется. Нет. 60 ватт, 12 вольт, 5 ампер. Это видно, это такой дешевый, все так дешево. Там сомнения есть, что он там 5 ампер сможет выдать. Может, транзистор там у него лучше. Трансформаторы примерно такие самые. Только тот вот лежит, а этот стоит. Там, по-моему, сердечник меньше. В этом. А тут он такой широкий. Побольше. Поэтому, может, и тогда и есть 5 ампер. Но только вот интересно, как у них такой. Как они это умудрились сунуть в такой малый корпус. Ну, такой мощный блок питания сделать. По весу. Ну, по весу это тяжелее вроде. Тут легкий. Тут может алюминий, хотя вряд ли. Тоже железо. Тут, наверное, трансформатор этот побольше. Тут вероятная частота повыше, поэтому ему так получается вытянуть в два раза большую мощность. У меня этот, он хорошо работает. Он на самом деле даже больше, чем 5 ампер. Он, когда он где-то 7 ампер может выдать, если да, он где-то 7 ампер. На самом деле очень, я сказал, качественный, что даже делали больше, чем он может выдать, чем написано. Этот может на пределе, что написано, то и сможет выдать. Он при 12, ну может при 12 вольтов он где-то 6 ампер выдаст. При 14 вольтах он где-то 5 ампер. При 10 вольтах там может даже 8-7 ампер где-то.